обращаюсь, какой раз я к Богу, и какой раз молюсь за людей, хоть чуть-чуть от души, и немного помолюсь за погибших детей. То, что в Керчи такое случилось, для России повергло всех в шок. Сердце чье-то остановилось. Мы черпаем из жизни урок. Дело в том, погибают вновь люди, гибель взрослых, а также детей. По погибшим скорбить снова будем. Миллионы горящих свечей. Как и что? Все вопросы, все после. Это траур для близких, родных, тех погибших, студентов и взрослых. Все скорбим мы о людях простых. И не важно, чьей нации были, главные были люди они, а людей этих просто убили. За какие такие грехи, что какой-то с ружьем недоумок в террориста решил поиграть? Да игрался с ружьем полудурок, начал просто он всех убивать. Соболезнования выражаем и скорбим по погибшим все мы. Свечи траурные зажигаем, в память их возлагаем цветы. Пощади всех, а Боже помилуй всех живущих на этой земле. Дай здоровья, особенно силы, сделай так, чтобы мир стал добрее.